Предприятие «Брижилстрой» – одно из лидеров в строительной сфере, а в рядах его сотрудников немало активной молодежи, которая в 100% составе входит в ряды профсоюзной организации. Наверняка именно эти причины стали основанием для проведения здесь выездного расширенного заседания Молодежного совета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Завтра это они станут на наше место и будут мне это вперед нести. И полезность вот этих встреч о том, чтобы мы хотели их более так, если в хорошем смысле, возбудить, что сегодня они не где-то не стоят на окраине этого общества. Они должны прочувствовать, что в ихних руках это будущее, и это будущее предоставляет профсоюз сегодня. В центре внимания в этот день была молодежная политика в первичных профсоюзных организациях, взаимодействие Молодежного совета с ветеранскими организациями. Лидеры из всех регионов Беларуси обсудили социальную, материальную, правовую поддержку молодежного актива, вносили предложения по гражданско-патриотическому воспитанию, созданию условий для самореализации, делились ближайшими планами и своим опытом. Хочется сказать, что вот именно наш молодежный совет «Брижилстроя» является очень активным. У нас проводится просто много мероприятий, у нас всякие проводятся туристические поездки, у нас проводится чествование молодых специалистов, у нас, естественно, не забываем, самое главное, это наших любимых ветеранов. Буквально сегодня заканчивается голосование, онлайн-голосование нашего уже традиционного онлайн-конкурса в объективе «Молодежь». Подведем итоги на следующей неделе и в преддверии Дня Матери проведем республиканский флешмоб в социальной сети Instagram, где у молодых работников предприятий строительной отрасли будет возможность выложить фотографию, подписать, рассказать о любви к своей маме и, соответственно, на нашей страничке это тоже все будет размещено. Встреча получилась продуктивной и насыщенной. Коллегиально удалось обсудить как успехи, так и проблемные вопросы. После чего участников заседания пригласили на экскурсию в самое сердце предприятия. «Брижилстрой» является одним из лидеров строительной индустрии не только Брестского региона, но и всей Беларуси и специализируется на крупнопанельном строительстве жилых домов. Об этом гости узнали из познавательной экскурсии, которая прошла на производственных цехах предприятия. Следующее выездное заседание актива планируется в Гродно. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».